Любой вид спорта, пусть он будет даже шахматы или шашки, неважно. Он приносит человеку пользу. И сегодня посмотреть на детей, которые занимаются спортом, и те дети, которые сегодня на улице, это совершенно разные люди. Почему? Потому что эти дети уже знают, как нужно себя вести в коллективе. Какое отношение бывает к старшим. Так как в зале не все одного возраста. А тот младший, который сегодня ведет себя как-то неправильно, старший может подойти, ему подсказать, объяснить. И вот это детей учит к тому, как надо себя вести в большом обществе. Молодежь наша должна равняться на своих родителей. Начиная уважение к родителям, начинается и уважение ко всему обществу. Сегодня мы видим, что родители в основном заняты работой добычей заработка, да, для того, чтобы этих же детей прокормить, вырастить и сделать их достойными сынами нашего общества. Но для этого дети должны просто все самое лучшее принимать от своих родителей. Радикализм и наркомания, да, и наркодилеры сегодня находят людей из социального слоя населения, которые мало как-то заняты делом. Да. Радикалы ищут самые больные и слабые места. Если мы сегодня занимаемся спортом или занимаемся любым другим благим делом, мы в эту сферу, может, никак не попадем. Наркоманы сегодня, наркоторговцы, что они сегодня делают? Они сегодня хотят уничтожить просто молодежь, уничтожить нас. Да? Если мы объединимся против этого всего, да, негатива, то мы можем создать себе свое будущее и будущее нашим детям.